Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Святковий ярмарок, тематичні конкурси та встановлення рекорду України. Як у Дніпрі святкуватимуть Масляну 2021 році, сьогодні будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Президентка Асоціації рестораторів Дніпра Олена Булах, генеральний директор «Дніпромлин» Дмитро Москалець, комерційна директорка торгового дому «Хлібозавод номер 10» Ірина Хацеська та маркетологиня виробничого підприємства «Вільнянський молокозавод» Катерина Мельник. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Олено, спочатку хочу дізнатися від вас. Розкажіть, як же святкуватимуть у Дніпрі цього року Масляну, що чекає на наших дніпрян? Добрый день, уважаемые жители города Днепр. Вы знаете, у нас была очень тяжелая, напряженная, но вместе с тем интересная работа по подготовке данного мероприятия. И я считаю, что жители города Днепра получат большое удовольствие от нашего мероприятия. Что же мы вам приготовили? Итак, 12, 13, 14 марта, то уже с завтрашнего дня, мы готовы вас встречать сразу на двух локациях. У нас работает Сечеславская набережная, район гостиницы Днепропетровск, и парк имени Шевченко «Колоннада». Мероприятия абсолютно разные по своему содержанию, по своему наполнению. Если Сечеславская набережная – это у нас островок аутентичной народной культуры, там у нас будут представлены интересные торговые точки, которые везут всякие вкусности, блины и вареники, то, что было очень колоритно, очень интересно и поедалось всегда по территории Украины. У нас там будут народные забавы, у нас там будет и сжигание чучела. То парк Шевченко отличается немножко от этого мероприятия. Мы решили сделать такую модерновую инсталляцию в парке Шевченко. Это будет современная масленица. Дело в том, что в этот период времени на территории этого парка будет проходить всеукраинский чемпионат по хип-хопу, и поэтому масленица наша будет вот такая вот модерновая. Но вместе с тем мы приготовили для жителей города, там же также можно прийти покушать блины, вареники. Кстати, едет львовская ресторация, которая впервые будет угощать жителей города Днепра необычными блинами, которые еще никто не пробовал на территории Украины. И на это рецепт из Турции. Поэтому все желающие, пожалуйста, можете прийти попробовать. И мы будем делать очень интересный, трудоемкий и непростой рекорд. Вы уже давно, наверное, привыкли, что всегда, когда мы делаем большие мероприятия, мы делаем, устанавливаем какой-то гастрономический рекорд. Очень часто нам говорят, ну, наверное, рекорд гастрономический сделать просто, ничего там сложного нет. Но как организатор я могу вам сказать, что гастрономический рекорд – это всегда сложно, это всегда ответственно, и это всегда интересно. Более подробно о рекорде вам расскажут наши партнеры. А я все-таки вас приглашаю непосредственно и на набережную, кто хочет окунуться в национальные традиции. 12, 13, 14 марта локации в субботу и воскресенье работают с 10 утра. Завтра мы работаем с 3 часов дня. А кто хочет почувствовать драйв, отведать наш рекорд, те, пожалуйста, в парк Шевченко. Кстати, в парке Шевченко будет интересная инсталляция кривых зеркал. Мы везем кривые зеркала, и мы везем интересные аттракционы. Поэтому семьи, дети, у кого бабушки, дедушки, то есть семейный праздник, пожалуйста, приходим, получаем удовольствие, гуляем, огромное количество фотозон. Я думаю, что никого не оставит равнодушным то, что мы приготовили. Приходите, пожалуйста, будем рады. Дякую вам за відповідь. Що ж, пропоную тоді перейти до партнерів Масляної. Дмитро, розпочинаєте ви. Розкажіть, будь ласка, про торгову марку, яку ви представляєте. Що для вас свято Масляної? Чому ви вирішили підтримати його? Добрий день. Дніпровський борошно-мельний комбінат «Дніпромлин» – це одне з перших та найбільших зернопереробних підприємств України. Ми вже понад сторіччя удосконалюємо технології виробництва, тому що ми у відповіді за мільйони людей, які споживають нашу продукцію. Так, будь ласка, розкажіть, от для вас свято Масляної, що це? Як ви відзначаєте свято Масляної і чому ви вирішили приєднатися до такого міського свята? Підприємство ДМК «Дніпромлин» вже не вперше приймають участь у таких заходах. Ми співпрацюємо конкретно з Зеленою Булах. Ми вже в нашому кошику маємо декілька зареєстрованих всеукраїнських рекордів. І тому в цей раз, адже Масляна, ми приєднуємося до цього свята. Ми надаємо борошно для того, щоб були виготовлені млинці
тому що ми вважаємо, що це найбільш улюблене свято у нашому місті. Зокрема, я особисто теж свято поважаю і деколи вважаю, що дуже добре з'їсти смачненького млинців з різною начинкою, тому ми не будемо осторонь. А скільки кілограмів борошна буде предоставлено, вже відома ця цифра, можна говорити? Скільки буде потрібно, стільки й буде предоставлено. А, Олено, а чи відомо, яку кількість млинців ви будете готувати, як це буде рахуватися? Ну, смотрите, ми встановлюємо рекорд, робимо як саме длинний блінний рулет в Україні з творожним мусом. Тобто, по факту, цей рекорд встановлюється вперше, такого рекорду не було. Его длину я хотела бы, конечно, для жителей города оставить в тайне, но хочу сказать, что это гораздо больше, чем 10 метров. По факту, посмотрим, количество блинов около 1000. Сейчас уже заготовка и уже выпекают около 1000 блинов, но буквально там через пару часов будем понимать уже, сколько выпечено, потому что это труд не одного дня. А длину более детально, вот придите и узнаете, какая же она все-таки будет, потому что ее будут замерять. Заинтриговала наших глядачів, це правильно. Пані Катерина, Ірино, передаю вам слово. Розкажіть про вашу торгову марку, кого ви представляєте і чому ви вирішили все ж таки підтримати святкування цього свята у нашому місті. Добрий день. Я представляю Вальнянський молокозавод. Ми являємося производителями на ринку України вже більше 15 років. В нашому продуктовому портфелі є як молочні, кисломолочні, творожні, сирні продукти. Чому ми вирішили присоединиться к даному мероприятию? Масленица – это все-таки семейный праздник, и мы поддерживаем семейные традиции при производстве наших продуктов. Мы берем только лучшее молоко для производства нашего ассортимента продукции. Поэтому мы хотим немножко познакомить население, жителей вашего города, жителей, возможно, соседних городов с нашей торговой маркой, чтобы они смогли попробовать, что они видят, что мы представляем. Поэтому хотим немножко вот внести культуру даже поедания блинчиков, приготовления блинчиков. Якась буде особлива фішка від вашого саме молокозаводу? Фішка буде. В нашій фірмовій торговлі будуть представлені сыры. Это, в принципе, тоже считается новинкой на рынке Украины, поэтому мы тоже приглашаем всех попробовать, чтобы это оценить. Будь ласка, пані Ірино, звертаюся до вас. Розкажіть, будь ласка, про вашу торгову марку, що буде представлено від неї, які особливості і чого чекати? Вітаю. Торговий дім «Хлібозавод номер 10» – це підприємство з багатою яскравою історією. Ми з'являємося багаторазовим лідером, багаторазовим отримувачем премії «Лідер року». Що стосується свята Масляниці, для кожної людини, я вважаю, як і для мене, це свято насамперед пробудження природи від зими та ожидання сонця, які символізують млинці. Тому наше підприємство не може бути осторонь такої яскравої події і прийме обов'язкову участь в проведенні цього праздника, свята. Що, от які особливості фішки будуть представлені саме від вашого хлібозаводу? Від нашого хлібозаводу насамперед буде представлена хлібобулочна фірмова продукція. Також це будуть пряники з символом сонечка, якими являється цей праздник свята. Я думаю, от можна поговорити на такі більш філософські, якщо можна сказати, теми, особливо для вас, для кожного свято Масляної, що воно означає і як святкуєте ви у своїх родинах, можливо, є якісь особливі традиції. Будь ласка, пане Дмитро, можете почати. Насамперед, Масляна – це дуже велике свято, воно сімейне, як для мене, так вважаю, для кожного з нас. Як завжди, це млинці, святкові млинці з різною начинкою, тому і цей рік він не виключення, тому і на цю Масляну ми будемо їсти млинці, зроблені з борошна ДМК «Дніпромлин». Всіх я запрошую приєднатися до свята, яке відбудеться 13 березня у парці Шевченко. Приходьте, буде весело, буде здорово, буде по-сімейному. А яка ваша улюблена начинка особисто? Моя? Я їм усі млинці, які мені дозволяє дружина.
Чудова відповідь. Пані Катерина, будь ласка, для вас свято Масляне, як ви відзначаєте? Для мене, в першу чергу, це сімейний праздник. Завжди ми його відмічали в кругу сім'ї. А в этом году немножко моя локация изменится. Я буду присутствовать все три дня на праздновании Масляное в городе Днепре. Поэтому хотим немножко принести, наверное, культуры в этот праздник, чтобы люди начали отмечать такие праздники, как Масленица, чтобы они собирались в семейном кругу, потому что мы несем эти ценности в народ и хотим, чтобы люди тоже этому учились. Не жалкуєте, що цього року будете окремо від родини, будете тут у Дніпрі? Ні, не жалею, тому що це все-таки новий опыт. Мені завжди нравятся подобные мероприятия, я готова в них участвовать. Это ну, некое соединение, наверное, со всем народом, с этими позитивными эмоциями, которые дарит каждый человек, и ты принимаешь участие в таком массовом мероприятии, в становлении рекорда. Это всегда очень значимо. Пані Ірино, будь ласка, для вас. Для мене насамперед це свято єднання родини. В моїй родині це особливий рецепт моєї бабусі і теплі млинці, які робить моя матуся. Пані Олено, можливо, вам є те, що додати? Ви знаєте, ми на протяжении уже нескольких лет организовываем масленицу, и, поверьте, опыт там шестилетний, вот я сейчас сидела, считала, 6 лет подряд, опыт организации этого праздника, и мы видим, как у людей все больше и больше проявляется интереса. Мы стараемся с каждым годом насытить больше праздник все-таки национальными, культурными и семейными традициями. На самом деле, кто-то мне задавал вопрос, ну почему вы готовите блины, почему вы не готовите? Готовите вареники, потому что у нас все-таки на Украине больше там готовили вареники. На самом деле, если посмотреть в глубину этого праздника, это славянский праздник, и всегда готовили. На Украине готовили налысники, в Беларуси готовили млинцы, там даже в Польше есть, в Венгрии есть, везде практически у всех славянских народов есть блин, даже в Турции, вот даже тот блин, о котором я говорю, что мы можем с вами его в субботу попробовать. На самом деле это символ солнца. Поэтому вот мы смотрим и постоянно что-то новое добавляем. Я задалась целью и посчитала ну, приблизительное количество блинов, видов блинов с разными начинками. У меня получилось 487. Поэтому, знаете, я думаю, что на следующий год, дай бог здоровья нам всем, надо будет организовать рекорд и сделать такой же, знаете, вот ассортимент 487 блинов на одной локации, извините меня, попробуйте сделать. Блин, на самом деле, это уникальный продукт, вот я могу сказать, как ресторатор, как технолог, который можно отдавать даже, я думаю, что уже и маленькому ребенку на подкорм, потому что там, на самом деле, вот вы успели убедиться, нас поддерживают действительно очень солидные, достойные торговые марки, которые отвечают за качество. И я думаю, что тот рекорд, который мы сделаем и который мы предоставим нашим жителям в этот раз попробовать, он действительно будет очень вкусный. В чем фишка будет? Всегда задают вопрос о безопасности. Безопасность в первую очередь. Именно поэтому работаем только с проверенными партнерами, у которых самое качественное сырье. Предприятие, которое выпекает блины сейчас, оно тоже аккредитовано по системе ХАСП, это новый современный СЭС. То есть мы подходим к этому очень щепетильно. И каждый год я поднимаю планку в организации этого мероприятия. Национальные традиции обязательно, какой-то национальный колорит, чтобы привить людям какую-то культуру, не только гуляние, но мы даем им возможность поучаствовать в каких-то процессах. Вот, возможно, там вот на набережной у нас будет участвовать команда «Махно», которая даст возможность поиграть в колодку. Вот кто знает, что такое колодка? А вы можете прийти и посмотреть, что такое колодка. А так играли наши бабушки, дедушки там, три поколения назад. Как женщина могла кормить мужчину на масленицу блинами, если у него завязаны руки? Если он съедал блин, то она его поощряла рюмочкой хорошей горилочки. То есть тоже можно прийти, посмотреть и попробовать. Поэтому для меня масленица – это всегда вот 6 лет подряд. Это, да, семейный праздник, но у меня семья большая, целый город. Понимаете? И мы работаем в конечном итоге на то, чтобы удовлетворить потребности наших горожан. Горожане тоже наши становятся каждый год все более и более требовательными. Хочется, чтобы каждый раз что-то было новое, потому что есть уже постоянные гости, которые приходят и говорят, а помните, в прошлом году было вот это, а это будет или будет что-то другое? То есть уже пошли звонки, уже пошла какая-то ротация вопросов, на которые мы отвечаем, а что будет новое? Но приходится иногда там рассказывать какие-то
какие-то секретики. То есть людям интересно. Ну и опять-таки, знаете, вот все-таки последние события, наш этот коронавирус, который внес определенные изменения в работу, я думаю, что каждого человека на Земле. Конечно, мы говорим о том, что сейчас мы стоим еще на защите и на безопасности массовых мероприятий. Поэтому даже момент, допустим, той же самой раздачи, у нас будет соблюден совсем, будут соблюдены все нормы санитарии. У нас выдача идет только в одноразовой посуде, это однозначно в закрытом формате. То есть он, каждый блин будет накрыт, потому что рулет, блинный рулет будет накрыт. Все работаем в перчатках, у всех есть антисептики. Будем стараться выдерживать все-таки 1,5 метра дистанцию, хотя очень сложно, но тем не менее стараться будем. Поэтому мы как организаторы сделали максимально для того, чтобы вы пришли, посмотрели, попробовали, оценили. Будем рады, если вы нам скажете, где были наши недочеты, потому что нет предела совершенству. Но мне, допустим, интересный этот процесс еще в том, что, знаете, я люблю людям дарить эмоцию. Когда мне задают вопрос, а что продают в ресторане, что продают в сфере обслуживания, я всегда говорю, продаем эмоцию. А эмоция – это все. Все, что мы съели, как нас встретили, каких людей мы увидели, как мы погуляли. И если этот праздник останется у вас в памяти, вот это то, что будет для нас, для всех, самой большой похвалой. Дякую вам за таку красиву відповідь, вдячна вам за прес-конференцію. І все ж таки, от за рекорд ви так нас інтригуєте. Я розумію, що скільки треба, стільки партнери і будуть давати там і борошна, і молока, і всього іншого. А вже приблизні підрахунки є, чого скільки потрібно буде? Ну, давайте так, ми скажемо вам більш детально, все-таки, мабуть, тоді, коли будемо вручати диплом. Тому що зараз, смотрите, ми просчитаємо, спечемо цю 1000 блинів, ми должны посмотреть по итогу взвесим их, и только после этого я смогу вам четко разложить технологии и сказать, яиц столько, муки столько, молока столько, то же самое и по начинке, там то же самое творожный мусс, который тоже опять-таки делает Жемол завод не просто так, да, с выдержанными со всеми технологиями, которые безопасны. Вот мы когда его намажем, я тоже смогу вам сказать, сколько же его пошло. В этом сложность гастрономического рекорда, понимаете? Ну, давайте уже быть откровенным, там мы планируем 20 метров лета, да, блинного. А если будет 21? Я ж не с тысячи блинов, допустим, не отложу. Я могу сделать и 21, я могу сделать 22, а могу сделать 19500. Поэтому вот придете, кстати, регистрация рекорда у нас в субботу в час дня, а если вы хотите посмотреть, поучаствовать зрительно, не руками, зрительно поучаствовать и понаблюдать, как это будет происходить, мы вас приглашаем на локацию в парк Шевченко в 10 часов утра, мы начинаем его собирать. Поэтому все-таки давайте оставим небольшую интригу для наших горожан. Я згодна з вами. Якщо є комусь ще щось додати, будь ласка, так. Я ще хотів сказати про те, що Дніпромлин – це продукція найвищої якості в кожного селю. Я вдячний Олені за те, що нас вкотре вже приєднують до таких проєктів. І з приводу того, скільки треба, я вам можу сказати, що ми за добу виготовлюємо більш ніж 500 тонн борошна. Якщо Олені буде треба, будемо виготовувати. Тому буде веселе свято, всіх запрошуємо, будемо раді всіх бачити, всіх знайомих, сім'ями. Адже наше місто, воно є дружним, і тому такі свята, ну, треба приєднуватись, треба бути гарнішими, світлішими, красивішими. Всіх вітаємо і всіх чекаємо на нашому святі. Дякую вам за відповідь, пані Катерина, будь ласка. Так, я також присоединяюсь к словам благодарности Елены. Наш Вільнянський молокозавод і торговая марка «Вільнянка», в частности, мы первый раз участвуем в таком мероприятии, вот непосредственно с Еленой. Поэтому мы также всех приглашаем 13-14 числа в парк имени Тараса Григорьевича Шевченко на празднование Масленицы. Будем всех рады видеть. Приходите к нам. Дякую, пані Ірино, і вам слово. Запрошую як партнер всіх на це свято. Буде смачно, радісно та яскраво.
Що ж, я вдячна вам за запрошення. Дійсно, ви так заінтригували наших глядачів. Сьогодні розповідали про свято Масляної наші гості, президентка Асоціації рестораторів Дніпра Олена Булох, генеральний директор ДМК «Дніпромлин» Дмитро Москалець, комерційна директорка торгового дому «Хлібозавод номер 10» Ірина Хацевська та маркетологиня виробничого підприємства «Вільнянський молокозавод» Катерина Мельник. Ще раз вдячні вам за прес-конференцію. Сьогодні почули таку гарну від вас фразу «Велика родина – ціле місто». Тож пропоную нашим дніпрянам зустріти Масляну у великому родинному колі разом з усіма дніпрянами. Що ж, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!